Привет всем, привет всем, привет. С вами Гросс, вы на канале Грозного Стрим. И мы продолжаем проходить DLC Человека-паука. Сори за звук, сейчас немножко погодите. Так, секунду. Войны банд. 13% пройдено. Продолжаем. Хватило смелости выступить против кувалды? Мне лучше проследить за ним. Да. Так, у нас что тут у нас? Так, мы одну точку кувалды прошли. У нас здесь раз точка еще. Два точка. Три. Три точки, да, получается? Давайте начнем с этой. Упс. Крашнулась игрушка. Секунду. Ну, что-то какой-то был... какой-то был непонятный выкидыш. Выкормыш. Так, надо... Вкусно. И замечательный рецепторов блюд из местной кухни. Кухня. Так, есть минутка? Есть, конечно. Занят? Да, как обычно, знаешь, поучарю, человечу. А что? Просто хотел еще раз поблагодарить за первый урок. Ну, то есть, я думал, что мы будем заниматься настоящим делом, но я столько нового узнал, просто поверить не могу. Пока в тебя не стреляют, это и впрямь очень здорово. И когда следующий урок? А, не знаю, Майлз, тут столько всего. Слушай, я делаю домашку, как приду. Все дела по дому тоже делаю. И я ни разу не делал ни на ком голубых данков, клянусь. Слушай, это все чудесно, Майлз. Ты молодец. Я дам тебе знать, когда освобожусь. Ладно, да, отлично, спасибо, Питер. Я создал чудовище. Чудовище энтузиаста. Кстати, заметили, что погода портится, снежок идет. А Майлз Моралес, который мы будем следом проходить, я так понимаю, там сюжетка идет именно в зимнее время. Так что все взаимосвязано. Довольно-таки прикольно. Довольно-таки плохо. Куда? Так, что тут у нас? Кто тут у нас? Пацаны. Ой, сейчас будет опять веселуха. Спускаемся. Ну, давайте спускаемся. МДЖ, я пробрался на склад кувалды, сделанным с сайта. Совершить 15 минут. Не думаю, что он отсюда электронную торговлю ведет. Я так понимаю, народу там хватает? Да, тут прямо толпы, но ненадолго. Буду ждать от тебя информацию. Что же здесь это так от стены? Что-то у меня попустил, барахла тяжко стало. Ты как, дедушка? Мне кажется, нас обламывают с перерывом. Мне нужен целый час, чтобы передохнуть. Отдаю всего 15 минут. Точняк, гоняют до седьмого пота. Я слышал, кое-что из этого сил прибавляет. Может попробовать за себя? Ты шутишь? Если босс узнает, что ты трогал эту хрень, ты труп. Думаю, я рискну. Тем более, что если я усилюсь, то кто меня сможет остановить? Ага. Я лучше. Нет, но Пола должен знать. Ладно. А где Пола? У него перерыв сейчас. Хрен его знает, братан.
я не смогу получить доступ к серверу. Он скоро вернется, я уверен. Ладно, сам сломаю. Пусть, что у нас будет еще больше добра с собой. Даже не знаю, куда его делать. Разве же это плохо? Босс собирается купить еще больше точек для складов. Хорошо, а то я уже начал волноваться. Босс думает на шаг вперед. Это все металлический череп. Если серьезно, ты не заметил, что он как-то изменился? Будто бы стал более злобным. Не-а, он всегда был такой агрессивный. Не знаю даже, он будто на энергетиках сидит. Выглядит жутко. Доброй ночи. Что за... Не храпи. С этим потом разберемся. Сначала убейте паука. А я-то думал, что вам этот склад нужен для хранения рукоделия кувалды. Укрытие! Это наше дело. Мы тебя разукрасим. Народной корпорации. Сейчас выясним. Ему больно. Ух ты! Так, окей. Где-то мой паучок. Получай, паучок. Маджи. Чего бы? Я не знаю.
Но здесь наверняка что-то личное. Думаю, нам обоим пора вернуться к делам. Ух ты, сука ебаная. Да блять, ты какой... Да какого, блять, хуя? Сука. Ой, не. Бля, ты заебал, нахуй. Сучки. Лови подарок. Блять, ебаная. Лезет на ваши костюмы! Я задал его! Бейте его!
можешь говорить? Не только могу, но и хочу. Я взломала файл, который ты нашел на точке кувалды. Да блядина. Детский фото кувалды? У него всегда был такой череп или просто по жизни повезло? Нет, тут... Похоже, кувалда собирает информацию о полицейских. О капитане Ватанабе. Юри? Чего это кувалдик как-то особо ее выделяет? Тут есть кое-какие заметки. Первой большой удачей Ватанабе был разгром наркодельцов Матрии. Она вступила в полицию... Да пошел ты нахуй, блядь! Значит, ей всегда не нравилась Матрия. Чего бы? Я не знаю. Но здесь наверняка что-то личное. Думаю, нам обоим пора вернуться к делам. Блять, сука. Эй, дерись честно! Ты труп, понял? Тут полдива! Я тебя порву! Никогда не думали поменьше налегать на бандитские стереотипы? Электричество? Что за черт? Что за черт? Ебануться в зоопарке. Yeah.
Все, конец тебе, мелкий! Тебе будет больно, сопля! Да, блядь, иди нахуй. Я попался! Тебе привет от космоса! Нельзя подставляться под удар! Я тебя урою! Сука, не хватило одного подката. Блин. Да, как тяжело-то, блин. Так, теперь одним складом техники Соболя, которую Кувалда использует против меня, меньше. 10 атак от стены. Чё это такое? Не понимаю. Тут находится куча серверов Соболя. Надеюсь, Кувалда в них ещё не залез. Разнюхиваем. Эй, МДЖ, здесь не только был склад боевой техники Соболя, но еще и хранилище их серверов. Я тут прибрался и заодно шлю еще один зашифрованный файл. Прекрасно, Пит, спасибо. Статья выходит, что надо. Рад слышать. Так, мне не нравится этот костюм. Я его не юзу вообще. Давай, это стандартный. Это что у нас? А, функцию костюма здесь сменена, да? Последний рывок. Равный шанс. Это бег. Бег. И что? Активация искусственной мышцы на основе навыков. Это то, что у меня было сейчас, по идее. Король ринга.
Ага. И чё оно? Поражение врагов с крушающими акустическими волнами. И чё оно там? Херня полная. Ну, он быстро заряжается. А что? Бронепластин с магнитным. От любых пуль. Ладно, а чё? Давай вот это. Вот это. Взрыв ракет. Полезно. А это что? От пуль. А это что? Повышение эффективности лечения. А это что? Оптическое лечение с помощью концентрации при помощи. При помощи концентрации. Это пассивка же, да? Блин, ну ладно, ставим. И вот поэтому концентрацию не могу нарастить, потому что опиздюливаюсь. Не-не, стоп. Не туда. Да, вот это говнаря увольнем. Ну, только не надо вылетать, пожалуйста. Спасибо. Очередной бесценный образец нью-йоркской архитектуры был уничтожен сегодня не тем иным, как Человеком-пауком. Узнавала ли Харлемская лечебница лучшие деньги? Да. Совершали ли в прошлом ее врачи ужасные преступления против своих пациентов? Возможно. Означает ли это, что мы должны позволить отморозкам в спандексе носиться туда-сюда и крушить памятники нашей истории? Не думаю. Это наш долг, нет, это наша ответственность сохранять напоминания о постыдном прошлом. Потому что это и есть наш дом, Америка. Как я недавно сказал своему доктору, когда она советовала успокоиться. Никогда! Я объясню почему. Я уверен, что полиция вполне могла справиться с той ерундой, что случилось в психушке. Без разрушений, вызванных безумными орудиями паутиноголового бандита. Что скажешь, Нью-Йорк? Спускаемся. Красиво лечит. МДЖ, я проник в еще одно заведение кувалды. Похоже на вискарню, но не более чем прикрытие. Я оставлю на контрабанду. Например, хорошо. Оружие или каких-нибудь шляп. Ты про Федоры? По-моему, это гораздо хуже, чем любое оружие. Расскажешь тогда. Федоры, точно. Это босс хорошо придумал, конечно.
Новые станки сильно облегчили нам жизнь. Проще, чем конфету у младенца отнять. Ну, если уж тебе нужны метафоры, то мы вообще-то сами делаем конфеты. Чёшь? Ну да, ты понял, о чем я. В общем, мы каждый день делаем себе прибавку в 30%. Значит, мы печатаем себе деньги и делаем свой виски? Это просто праздник. Ага, только не налегай на бухло. Босс очень не любит расслабона на работе. Ага, ясно. А как у босса вообще вышло вся эта организация? Мне не платят за мысли об этом. Наверное, подмазал кого-то, чтоб не лезли. Чудно, чудно. Но виски-то куда идет? Куда? В бары, которыми босс платит. Ловко у него все устроено. И волноваться не о чем. Вовка. Перловка. Здесь никого нет. Тревога. Понятно. Бросайте стаканы, давайте деритесь! Ём на работе! Придется все рассказать кадровикам кувалды! Пусти сюда, Игорь! Да ты заебал. Блять, это плохо, нахуй. Да какого хуя, блядь? Эй, берись тесно! Человек-паук, не дайте ему уничтожить танки! Блядь, откуда ты взялся, говно, блядь, жирное? Наши дела.
бросайте стаканы и давайте беритесь! Ём на работе! Придется все рассказать кадровикам Кувалды! Тебе будет больно, сопляк! Да какого? Сверху! Я разберусь с этим клоуном. Ах ты, тварь! Это наше дело. Думаешь, я тебя там не достану? У меня тут еще есть! У вас мало людей! Да пошел ты нахуй, а! Чуть-чуть на аренду квартиры. Так, к слову. Как он это делает? Тебе жить надоело? Он просто скачет! Thank you.
Сука, говно ебаное. Пошел ты нахуй, а? Сука, говна, блядь, пирога. Пиздец, конечно. Фух, я сейчас от этих паров окосею. Надо добраться до офиса, пока не вырубился. Да ты, блядь, ебучий, блядь, сука. Цыгане, нахуй, с этими... С плетками, блядь, бесячими. Мне нужно туда попасть.
Денег нет, пива нет. Зато ну, есть доказательство подделки денег. И МДЖ, я разобрался с гранилами кувалды. Они печатали тут фальшивые деньги. И еще я нашел зашифрованный файл. Здорово, Питер. Мне это пригодится. Сейчас же займусь расшифровкой. Спасибо, МДЖ. Ой, спасибо. Так приятно. Так, и осталось вот это говно, да, эту кому непройденное. И потом по сюжету можно двигаться. Ну зажибись. Блин. Короче, надо отключить эту хуйню. Улетает. Блин, надеюсь, сохранилось. Эти краши, блин, конечно. Краш-бумбаги. Блядь. Не нужно было просить помощи. Сюжетка загустилась. Думаешь, мы не проедем пару кварталов? Ты видел, что тут вообще творится? Никому не верю. Они выезжают. Буду у них на хвосте на случай, если кто-то объявится. Был бы сейчас кто-нибудь рядом, чтобы это услышать. Бандиты кувалды. Вечно не в то время и не в том месте. Мне нужно защитить свидетеля. Я знаю, вам очень хочется отвести свидетеля назад в кувалде, но боюсь, не получится. Ой. Блять. Да пошел нахуй. Блять, как ты заебал.
еще застрял. Я забыл. Могло кончиться куда хуже. А вдруг где-то в городе шастают другие громилы кувалды? Спасибо, Балу. Мы перейдем или будем еще в Джерси. Больше рисковать не будем. Паук, как идет охота? Хорошо. Я выяснил, где доны. Где доны? Где эти самые? Ты как? Устала. Только что закончила звонки семьям. Было... трудно. Да. Трудно. Я не подведу тебя, Юрий. Не волнуйся. Так, быстрее в театр Ауэрбах. Пора нянчить донов. Ты забыл добавить ган перед словом доны. Так, листовая база. Спускаемся. Эй, Амджей, я в старой рюмочной. Тут просто орда людей кувалды. Знаешь, что они охраняют? Наверное, нечто большее, чем просроченная лицензия. Попробуй поискать что-нибудь, что прольет свет на его дела. 10-4, отбой. Говорю тебе, я в жизни не видел такого роскошного места. У босса изысканный вкус. Это точно, я слышал, что он хочет выкупить безымянный банк. Правда? Думаешь, он превратит эту дыру во что-то подобное? Может быть. Хотя, скорее, там будет просто еще один склад. Эй, вы только что забили целый склад, барахло. Взять паука, он здесь! Блять. Кусок говна. Это что за дрянь? Что это за паутина? Я тебя по стенке размажу! Осторожно! У нас потери! Выше смотрите, идиоты! Я задел его! Ребятки, хватит игр! Добейте этого уродца! Эй, не дадите в долг! Я слегка поиздержался, мелочь найдется! Он просто скачет! Знай свое место! Дело. Я тебе челюсть сломаю! Это наши дела! Бейте его! Хочет его голову на стену! Сюда же вроде вход по паролю, я не ошибся! Кувалда, кажется! Уверен, что да! Лучше убегай! Блядь, да ладно, какого хуя, как? Я задал его! Он просто скачет! Сбейте его! Я тебя порву! Сломаю.
Да пошел ты нахуй. Да пошел нахуй, блядь, говно. Говна пирога, сука. А у кого их нет? Угу. Тут кое-какие старые записи. Ты в курсе, что она коп в третьем поколении? А, дела семейные. Ну да. Отец Юли был разжалован из полиции. Осужден и посажен в тюрьму за взятки. Взятки Маджи. Его купили? С потрохами. Похоже, Юли пыталась загладить ошибки отца, а попутно еще и уничтожить Маджи. О как! Неудивительно, что она так переживает. Ага. Мне, наверное, надо бы вернуться к бизнесу Кувалды, но это очень захватывающие вещи. Скоро созвонимся. Я тебя по стенке размажу! Эй, берись честно! Еще одна рюмочная, точно такая же, как эта. Сверху! Берегись паутины! Тебе,
Но не подскажете, где тут комната с секретными документами? Чем он тарахнул? Берегись, паутина! Ты не подумал, куда лезешь? Плохо. Жаль, что тут теперь такой разгром. Было-то симпатично. Сука. Привязать. Ладно. Вроде столько привязал. Пол не считается, что ли? Ох ты ж, мракососский. Я тут закончил. Посылаю тебе последний зашифрованный файл. Да нет, не надо. Я уже знаю, что там будет. Правда? Кувалда не единственный, кто может засунуть свой нос, куда не просит. Так. Ладно. С этим разобрались. Выговоры. Часто. Она полностью сосредоточилась на Кувалде и Маджи. Перестала следовать протоколу. Ситуация у нее не очень. К счастью, на ее стороне достаточно людей. Да. Слушай, Питер, это был бы материал получше, чем о бизнесе Кувалды. Мне надо его записать. Надо, знаю. Ладно. С меня причитается за файлы. И надеюсь, у твоей подруги все наладится. Спасибо, МЖ. Я тоже. Какой подруги-то? Кошкенский. Доны должны быть внутри. Похоже, все в порядке. Не все в порядке. Было в порядке. Супер. А, простите, парни, все билеты проданы. Приходите как-нибудь в другой раз. Так или иначе, мы заберем Донов с собой. Все, герой. Вы это видели?
зачем вообще стопали эти копалки? А мне надо придумать название получше. А ну где же я порву? Что происходит? Руби его! Знаете, если будете смотреть это дома, сэкономите кучу денег на попкорне. Я тебя прикончу. Парни, серьезно! Оно того не стоит! Купите лучше потом онлайн! Ты не подумал? Куда лезешь? На крыше есть еще. Ты покойник! Ух ты, блядь. Они заложили в здание кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилами и обезвредить бомбы. А у Кувалды бывают неформальные дни? Костюмах, да пошел нахуй! Бандекс лучше! Это фигня! Ты друг, понял? Бомбы с таймером, надо спешить! А, да? Блять, не говорит, что с самого начала начали. Они заложили в здание кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилой. Одна есть, одна. Нет! Тебе жить бывают неформальные дни. В костюмах-то не разгуляешься. Бандекс лучше. Теперь они уже на другой крыше. А как же? Расклад уже не в нашу пользу. Опять взрывчатка. Надо шевелиться. Одна есть. Хватит шутки шутить! Вторая есть. Зрители замерли. Да, друзья, да! Это Сережа Сёвый! Толпа ревёт! Ты покойник! Вы это видели?
Вам не надоедает проигрывать? Я так! Слово, обидно ведь должно быть! Убьёшь его! Как ты заебал, блядь. Теперь донам ничего не угрожает. Но все равно надо бы зайти внутрь и проверить. Как зайти-то? Надеюсь, доны живы и уже ищут себе новое убежище. Дона Беломорра. Нирва Марвамона. Парни, вам бы поработать над своей охранной системой. Да. Из-за вот этих типа танков. Очевидно. Черт, похоже, все плохо. Юрий, он ушел. И забрал донов. Что? Ты серьезно? Техника Соболя, которую он воровал. Оказывается, мы не все их игрушки видели. Ты обещал, что не подведешь меня. Сказал не волноваться. Сказал, и да, я облажался. Прости. Все, хватит. Мне это надоело. Теперь я этим займусь. Позвоню тебе, как составлю план. Черт. Отличная работа, Пау. Просто супер. Еще и виноватым остался. Опять чудило. Мне сегодня не до этого чудило. Всегда есть время для движухи. Особенно с участием замаскированного любимца всего Нью-Йорка в серии смертельно опасных испытаний. Ну же, я знаю, что ты хочешь повеселиться. Не испытывай их терпения. Начинается, блин. Ну ладно, давайте. Я тут веду переговоры с твоими онлайн-конкурентами. Брось, я открыла тебя миру. И если ты меня покинешь, фаны расстроятся. Просто ужас, как расстроятся. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока! Ладно. Ёшкин Матрёшкин. Я вирус чудила, чтобы отслеживать ее расположение, когда участвую в ее шоу. Когда у меня будет достаточно сигналов, я смогу вычислить ее убежище и сделать ей подарок. Путевку в Райкерс. Ясно. Опять испытание. Так, это что у нас? Гаджет. Бой. Скрытность. Давайте со скрытности начнем. Да. Думаю, попатрулирую окрестности. Немного развеюсь.
Да сколько можно улучшать? Уже все улучшено. Бандюганские какие-то. Что вам, идиотам, от нас нужно? Паук там все испортил! Взять его! Не подумал, куда лезешь? Он ловит нас паутиной! Я попал! Отличная погоня! Давайте иногда больше так не будем! О-о-о, это что получается опять? По 2000, блин, этих. 5 преступлений кувалды. Я понял. Ну, это как и в предыдущем DLC-шке. В каждом районе по 5 преступников. Ясно. Ладно, мы идем за чудилой. Это ты... Не до блогершу пристроить. Слушай, нельзя позволить Кувалде продолжать наращивать силы, но его копатели легко проникнут на наши склады. Так что я распределю оставшееся снаряжение Соболя по городу. Ему придется гнаться за несколькими целями сразу. Ясно. Что от меня требуется? Защити перевозчиков. У нас будет несколько одновременных рейсов. Будь готов реагировать немедленно. Все понял. Как перевезем технику, займемся Кувалдой. Не подведи. От тебя зависит все. Не нравится мне это. Мне нужно будет найти время для Юрия. Ну что, разорваться, что ли, теперь? Так, ладно. Двигатель нужен не врагами, датчиками движения. Чтобы временно отключить датчики движения, оплетите его паутиной. А, еще и вот так вот, да? Еще и на время, блин. Датчики движения. Похоже, датчики. Используйте фотобомбу и получите призрак очков. Чтобы получить максимум очков, делайте снимки в момент заполнения. Да понял. Используйте фотобомбу, выполняя бесшумные нокауты. Да блин. Мне можно вывести из строя паутиной. А, я понял, здесь двое. Ну ясно, ясно, ясно. Слушай, нельзя позволить Кувалде продолжать наращивать силы, но его копатели легко проникнут на наши склады. Да, я уже слышал это. Так что я распределю оставшееся снаряжение Соболя по городу. По городу. Да ёпты, чё, будешь каждый раз что ли писать? Если меня заметят, заложнику конец. Сюрприз. О, какое напряжение! Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. Ха-ха-ха! Сенсор снова ожил! Это легко поправить. Бля, да ёб твою мать! Не ту кнопку нажал. Ну как он это не предусмотрел? Ой, иди нахуй! О, ну все ясно. Короче, вылет. Вылет, вылет, вылет. Ладно, на сегодня это все. Серия получилась длинной. Возможно, даже нудной. Все. Всех обнял. Никому не болейте. Увидимся с вами в следующей... На следующем прохождении. Не забываем ставить лайки, там подписывать. Ну и все дела. В общем, в курсе... Как по заветам чудилы. Ставим лайки и подписываемся. Все. Пока-пока.